Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Рад вас приветствовать на вечернем вебинаре. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Сходоев Алексей. И сегодня с Сергеем Анатольевичем мы проведем традиционный вечерний технико-экономический вебинар. Вначале это будет вводный вебинар, затем это будет уже расширенный технико-экономический вебинар. Для понимания, каким образом проводить вводный вебинар, пожалуйста, ответьте на опросник. Это позволит сформировать видение, сколько у нас присутствует новичков. Вводные технико-экономические вебинары ориентированы в первую очередь для новичков. И мы всегда агитируем Сергеем Анатольевичем, призываем максимально приглашать сюда новичков, потому что это значительно облегчит вам задачу, вашу работу по привлечению инвестиций, ваших хобби. Я называю это таким и хобби, и работой стилем жизни, я бы сказал, стилем жизни в SkyWay, по продвижению технологии SkyWay. И, соответственно, сейчас нас поддерживают более 300 тысяч людей по всему миру, и это количество растет в геометрической прогрессии каждый день, буквально каждый день, потому что мы развиваемся посредством сетевого построения корпорации, и это тот способ, который Анатолий Эдуардович абсолютно верно выбрал и не побоялся выбрать после испытаний, которые пережила именно вот технология SkyWay и вообще вся команда по струнному транспорту, лично Анатолий Эдуардович, Сергей Анатольевич Сибиряков, Виктор Бабурин и другие действующие лица, те, кто развивает технологию SkyWay, намного больше, чем все люди, которые принимают участие с 2013 года, с 2014 года уже в плане народного финансирования. Но мы не будем задерживаться непосредственно на опроснике. Поставьте, пожалуйста, 1 или 0 те, кто присутствуете первый раз, и, соответственно, те, кто не проголосовал, для того, чтобы я видел. И я думаю, что мы узнаем точную цифру, сколько присутствует новичков по проценту перехода, соответственно, с одного вебинара на другой, с вводного на расширенный технико-экономический, потому что процент перехода, и это одна из мотиваций, одно из таких вот преимуществ приглашения на технико-экономические вебинары, потому что в основном люди переходят все, то есть 90–95% переходят с вводного технико-экономического вебинара на расширенный технико-экономический вебинар. Причина этому абсолютно ясна, проста, потому что технология SkyWay действительно необходима более чем 99% населения Земли. А если вы скажете, что человек может инвестировать еще на ранней стадии в технологию SkyWay до закрытия возможности финансирования корневой компании, то человек вообще вас отблагодарит и будет эту благодарность помнить всю жизнь, когда он уже в ближайшей возможной перспективе теоретически начнет получать дивиденды. Почему я говорю такие слова теоретически, потенциально, возможно? На самом деле неспроста, потому что проект у нас венчурный. Есть определенные риски, они сейчас максимально снижаются, и я могу сказать, что сейчас вообще мы находимся на таком этапе, что не приглашать, не оповещать о нашем проекте уже и невозможно. То есть те люди, которые раньше зарегистрировались и находились в спящем состоянии, сейчас просыпаются и активно развивает проект SkyWay, потому что основное правило банкира – защищай свои инвестиции. Каким образом мы можем защитить инвестиции, так как технологических рисков у проекта никаких нет, есть единственный риск недофинансирования. Сейчас я могу сказать, что за прошлые месяцы мы вышли на достаточно серьезные уровни, рекордные объемы привлечения инвестиций, если говорить за счет всех инвестпроводящих систем. Наш проект достаточно ровно дышит, и, соответственно, уже сейчас можно говорить, что осенью произойдет демонстрация и далее сертификация технологии SkyWay. И что такое SkyWay? Все новички, естественно, задают такой вопрос. Почему называется струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого? На самом деле, дорогие коллеги, это будущая мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная и даже социальная сеть. То есть это сеть Transnet, которая основана на струнных технологиях, в то время как виртуальная сеть интернет, соответственно, была основана на кремниевых технологиях. И сейчас технологии, хай-тек технологии, то есть вот, собственно, два поколения, один кнопочный телефон и смартфон. Соответственно, смартфоны появились у нас не так давно, менее 10 лет назад. И за это время крупнейшие компании, как Apple, как Google, сумели приобрести достаточно серьезную капитализацию. Более того, это влияло также на мировой ВВП, это формировало определенные, в том числе, кризисные явления. И я могу сказать, что сегодня мы находимся на грани, на стыке перехода в новый технологический уклад. И, дамы и господа, как раз-таки технология SkyWay, на наш взгляд, будет основой нового шестого технологического уклада, в то время как интернет был основой пятого технологического уклада. И давайте вдумаемся вообще вот в ценность SkyWay для рядового гражданина любой страны. И в чем основная ценность будет использование технологий SkyWay? Дорогие коллеги, друзья, это будет абсолютно мгновенное фактически перемещение. Я не имею в виду телепортацию, я имею в виду перемещение без пробок, перемещение без каких-либо сложных пересадок, без каких-либо простоев, потери времени и так далее в очередях, таможенных пунктах и так далее. Грани действительно будут стираться, на наш взгляд, между континентами, между странами, потому что один из слоганов, который родился абсолютно произвольно у нас с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, это «Мы объединяем мир». Объединять мир – это наша работа. И сеть Transnet, технология SkyWay действительно призваны и объединят этот мир именно путем создания сети, паутины мировой транспортной, энергетической и коммуникационной. И SkyWay – это действительно то недостающее звено будущей мировой логистики и тот недостающий пазл, чтобы сложилась полная мозаика абсолютно эффективного перемещения транспорта, пассажира, грузов по всему миру. Мы все знаем про шелковый путь и то, что шелковый путь, соответственно, можно провести аналогию, что имеет отношение, к примеру, напрямую шелковая нить, то есть тончайшая нить, которую шелкопряд плетет, и это прочнейшее соединение. Это также предварительно напряженная, растянутая конструкция, можно сказать. И если говорить про сравнение, которое чеченские коллеги недавно привели, это не изречение Анатолия Эдуардовича Юницкого, не изречение Сергея Анатольевича Сибирякова, ни кого-либо другого. Это уже наши партнеры провели такую аналогию, что струна как раз-таки такая же тонкая, прочная, как шелк, но уже в другом применении, то есть именно в применении стальной проволоки, будет основой нового шелкового пути. И мы абсолютно с этим согласны, это абсолютно логично и закономерно, но, дамы и господа, технология SkyWay и струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого начался задолго, чем 10 лет, чем даже 20 лет, менее чем за 37 лет, то есть уже фактически к 40 годам приближается именно срок создание, продвижение технологии SkyWay, струнные технологии. Все начиналось как раз-таки с презентации Анатолия Эдуардовича Юницкого еще в 1988 году на международной конференции по неракетной индустриализации космоса, по неракетному освоению космоса, способа, каким образом вывести промышленность в открытый космос. И я могу сказать, что этот способ, сбросьте, пожалуйста, ссылку в «Небо на колесе» фильма, и после этого вебинара также мы чуть-чуть задержимся, включим замечательный фильм. Я считаю, это одно из лучших произведений вообще популяризации технологии SkyWay, это фильм «Небесные дороги» Юницкого. фильм про аналогию, про историю развития SkyWay, про то, каким образом Анатолий Эдуардович Юницкий пришел в SkyWay. И как раз-таки, так как время еще не пришло, именно общепланетарные транспортные системы, и можно сказать, что эта идея вообще на много веков, я бы сказал, обгоняла время. Тогда еще даже не появился интернет. И, соответственно, Анатолий Эдуардович Юницкий, абсолютно будучи разумным, логически мыслящим человеком, предпринял шаг развития из более 70 различных своих изобретений, патентов, которые имеют общую капитализацию еще в СССР миллионы рублей. И, естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий не получал все средства от заработка по своим изобретениям. Естественно, кто-то подписывался под авторством его изобретений, но такое было время. И на самом деле тогда невозможно было сделать фактически вот эту систему общепланетарного струнного транспорта. И даже сейчас это кажется фантастически. То есть чуть попозже я сброшу обязательно картинку, чтобы все имели представление. Но как раз таки в фильме «Небесные дороги» Юницкого вы сможете увидеть вот эту общепланетарную транспортную систему, которая меня лично поразила. И я увидел фильм «Небо на колесе» буквально через 3 месяца участия в проекте. И могу сказать, что наше участие в проекте развития на сегодняшний день струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого — это только первый этап. И когда планета будет, соответственно, покрыта сотнями миллионов километров дорог и нетрадиционных дорог, которые под собой погребает, так скажем, огромные площади живой земли, территорию, равную 5 Великобританиям, европейским странам, и, соответственно, абсолютно экономичное использование, экологичное использование земли будет основой принципа технологии SkyWay. И я могу сказать, что вот эта технология, общепланетарная транспортная система, нужно каждому понимать хотя бы чуть-чуть для себя, что это такое, потому что это высшая точка, куда стремится Анатолий Эдуардович Юницкий. И мы абсолютно уверены, что с помощью народного финансирования как раз-таки можно будет достигнуть эту высшую точку. Но вернемся с небес на землю, хотя вот то, что мы сейчас представляем вам, это следующий технологический уклад за 6-м технологическим укладом. И это замечательно, когда мы знаем, каким будет новый технологический уклад. Но, дамы и господа, после презентации и именно рассказа о возможности вывода промышленности в открытый космос, вывода всей индустриальной технологии в открытый космос и снижения загрязнений нашей родной планеты Земля, Анатолий Эдуардович Юницкий, понимая невозможность реализации этого проекта, пришел к струнному транспорту. И после общения с многочисленными чиновниками, с многочисленными олигархами, был услышан именно проект SkyWay губернатором Красноярского края Лебедем Александром Ивановичем. И этот замечательный человек, действительно очень мощный, волевой человек, профинансировал проект SkyWay, и на деньги, на транши, которые были выделены буквально через 2 недели после общения с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. Нужно отдать должное Сергею Анатольевичу Сибирякову, потому что он просто подсел в самолете, зная, что он летит непосредственно с Лебедем Александром Ивановичем, и рассказал о проекте SkyWay. Представьте, буквально через 2 недели первый транш был выделен. Тогда еще Сергей Анатольевич не предполагал, что проект будет развиваться именно посредством народного финансирования. И я могу сказать, что как раз таки в 2000-х годах был заложен нулевой километр, сети Transnet, и это начало эпохи сети Transnet, потому что в городе Озеры Московской области были проведены испытания с 2001 по 2009 год. Соответственно, подвижная лаборатория, экспериментальная станция в виде ЗИЛа, ЗИЛ, уходящий в небо, мы его называем, взбирался, и, собственно, в YouTube вы можете найти многочисленные материалы, которые доказывают и свидетельствуют о том, что это действительно имело место быть, потому что это транслировали все центральные телеканалы. И, так скажем, на радостях, с уверенностью, что будут выстроены очереди при испытании путевой структуры, при испытании струнного транспорта, именно второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, была проведена презентация одним из губернаторов, господином Морозовым, на Госсовете России по инновациям в транспорте. Но через неделю по неизвестным причинам, неизвестными людьми, полигон, и мы неспроста называем полигон, а не технопарк, был разрушен и вывезен в неизвестном направлении. Это было сделано с помощью спецтехники, с помощью газорезок, бензопил и специально обученных людей. Но, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если говорить про текущий этап, я могу сказать, что точка невозврата пройдена, и мы обязательно достигнем своей цели. Это верит, я думаю, каждый активный участник, который участвует в проекте SkyWay. И в 2013 году произошло, о чем мечтали в тайне действительно многие люди. Это быть в числе первых, первой сотни, первых тысяч и далее, даже первых 100 тысяч в числе инвесторов, совладельцев, в числе участников такой глобальной программы народного финансирования, в такой широкомасштабный и действительно интернациональный проект, как технология SkyWay. В 2013 году Анатолий Эдуардович предпринял этот рискованный шаг. Все началось уже в 2014 году с нескольких тульских бравых парней, которые кто-то продал машину, кто-то инвестировал первые сотни тысяч рублей, но люди не побоялись и поверили в проект. С этого момента можно начинать отсчет такого массового развития крауд-инвестинга. Потом последовал цикл конференций. Вебинары — это у нас вообще общепринятые, еженедельные. Если потребуется, с Сергеем Анатольевичем мы будем вести несколько раз в неделю, если на то будет складываться поток участников. И сегодня мы с вами, дорогие дамы и господа, можем действительно финансировать создание городского, пассажирского, грузового, высокоскоростного и, как точка входа, легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта. Городской, пассажирский и легкий спортивный прогулочный транспорт будет продемонстрирован, соответственно, осенью 2016 года. И, дамы и господа, остались действительно считанные месяцы, то есть осталось не так много времени, когда весь мир будет лицезреть эту демонстрацию. Уже сейчас о нас пишут крупнейшие издания, как Story, это журнал в переводе «История», это интернациональный, международный журнал, и была опубликована очень серьезная, интересная статья. Сбросьте, пожалуйста, у кого есть под рукой. Очень занимательная и хорошо написанная аналитическая исследование, записка, статья достаточно серьезного журналиста. И самое примечательное, что это делается не по заказу, это делается от чистого сердца. Так же, как Кирилл Шимко, допустим, представлял на экофестивале технологию SkyWay, поддерживал технологию SkyWay, даже тягал серьезную, тяжелую технику, именно как испытание прочности струны, то есть на струне, соответственно, он тягал многотонное самоходное средство. И я могу сказать, что, дорогие друзья, не просто так люди поддерживают технологию SkyWay, потому что технология SkyWay для каждого человека имеет огромную ценность. Это будет дешевое, комфортное, безопасное перемещение из одной точки в другую. То есть из Москвы во Владивосток вы сможете доехать примерно за 13 часов. И, соответственно, даже меньше, это можно преодолевать именно с повышением скоростей. То есть, когда будет выше 500 км в час, у Анатолия Эдуардовича есть такие идеи, и на высокоскоростном транспорте 500-600 км в час это все не остановится, если на то будет спрос рынка. Но самое главное, дамы и господа, то, что перемещение будет дешевое, то есть по сравнению с перелетами, и я думаю, что все жители Дальнего Востока понимают, что сейчас они не имеют возможности перемещаться, не задумываясь, по территории даже Российской Федерации, не говорю о вылетах за границу, потому что переезд и транспортировка самого себя любимого является очень дорогостоящим удовольствием. И если говорить про социальную направленность, то фактически SkyWay будет доступен даже малоимущим, самым малоимущим слоям населения. Более того, если, допустим, будет перемещение на одном уровне, будет перемещаться груз и пассажиры, то пассажиры будут перемещаться с минимальной стоимостью. И об этом можно привести аналогию со Skype. Сейчас, когда мы пользуемся Skype, Viber, WhatsApp, и все эти приложения, все эти порождения пятого технологического уклада фактически бесплатные. Мы платим только за услуги, непосредственно звонки на мобильный телефон, на стационарный телефон, то есть за какие-то дополнительные подписки. И по этой же аналогии будет работать струнный транспорт, именно система проезда. И, естественно, нельзя не отметить экологичность. То есть весь экономический потенциал, который несет в себе технология SkyWay, это не то что триллионы долларов. Анатолий Эдуардович Юницкий оценил в 1000 триллионов долларов. И вы это четко поймете, просмотря фильм. Мы после вводного вебинара обязательно включим и чуть-чуть задержимся на расширенном технико-экономическом. Это именно «Небесные дороги» Юницкого, замечательный фильм, рассказывающий о технологии SkyWay. Я считаю, что этот фильм должен и будет переведен на все языки мира, чтобы каждый из желающих, живущих на планете Земля, смог узнать, что сейчас развивается проект SkyWay, и сейчас к нему можно присоединиться до возможности закрытия финансирования корневой технологии. Каждый человек, соответственно, становится дольщиком, соинвестором, и теоретически может иметь место быть и достаточно серьезный коэффициент и серьезный поток дивидендов, который в зависимости от инвестиций человек будет получать. Но финансовая составляющая – это одно, технологичная составляющая – это совсем иное. И в первую очередь Анатолий Эдуардович Юницкий, как непосредственно инженер, изобретатель, и очень много изобретений, мы остановимся на вебинаре, я думаю, на изобретениях Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть он для советской промышленности сделал очень много. И институт, в котором он работал, в патентном праве и так далее, то есть патентное образование – это одно из образований высших Анатолия Эдуардовича Юницкого, был одним из лучших в Советском Союзе. Неспроста Анатолий Эдуардович получил звание не только доктора технических наук, сейчас, можно сказать, это доктор и архитектор транспортных наук, и действительно Леонардо да Винчи нашего времени. И, соответственно, только такой человек мог максимально улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления и сделать его таким же, как у спортивных болидов, либо таких средних, не самых высокоскоростных, но достаточно серьезных также истребителей самолетов спортивных и военных. Я не буду вас загружать, так скажем, цифрами коэффициента аэродинамического сопротивления. Все вы можете увидеть, и новая версия, кстати, вышла, 100 ответов на 100 вопросов. Это книжка, которую я рекомендую прочитать каждому, кто интересуется технической составляющей проекта. Но только вынося транспорт на высоту 5, 10, 15 метров над землей, коэффициент аэродинамического сопротивления улучшается сразу в 2,5 раза. Коэффициент сопротивления трению качению колеса также максимально возможный, эффективный по сравнению с существующими транспортными средствами, потому что колесо иного типа, то есть оно не коническое, оно совершенно другое, чем у железнодорожного состава, и это также инновация, и ноу-хау. Соответственно, все это в совокупности позволяет значительно экономить топливо и всего лишь за четверть века несколько десятков миллиардов тонн позволит сэкономить миллион юнибусов, то есть это те транспортные средства второго уровня, которые заменят тот шквал на сегодняшний день автомобилей, которые, соответственно, ездят и загрязняют атмосферу, загрязняют современные мегаполисы. И во многих мегаполисах вводятся специальные такие вот светофорные отметки, например, в Китае. Недавно в Китае красная отметка была именно поднята, то, что самая наивысшая степень загрязнения, что касается Пекина и так далее. То есть это действительно болезнь мегаполисов, как раз таки SkyWay является замечательной панацеей и лекарством для современных мегаполисов. Но и линейные города, соответственно, немножко опередил события, города будут другого типа, они будут линейные, то есть это будут не многоэтажные конструкции, то есть бетонные коробки, которые мы на сегодняшний день наблюдаем, независимо от их дизайна, это будут совершенно иные экологичные города, основой которых будет струнная технология. Почему струна, спросите вы? На самом деле основное объяснение то, что струна это предварительно напряженная, растянутая, закрепленная конструкция. Даже на гитаре, даже на балалайке струна также предварительно напряжена, растянута и закреплена. Соответственно, здесь принцип технологический заключается в том, что струнные проволоки, металлические проволоки, стальные проволоки диаметром от нескольких миллиметров, 1-2 миллиметра до 5 миллиметров, также находятся в упорядоченном виде, закреплены специальным элементом крепления. Далее идет оманоличивание специальным раствором бетона, и это действительно спецбетон, который был разработан буквально вот недавно по запросу именно для применения, для нужд, для прокачки на километры по струнному рельсу. И не только прокачать нужно, не только бетон должен быть вязок, но и он должен очень быстро схватываться. Соответственно, такую классификацию и тип бетона, это спецбетон, был создан и разработан недавно инженерами в ЗАО «Струнные технологии». И далее, соответственно, ставится инновационный рельс, и это также ноу-хау, которое позволяет достигать перемещения без каких-либо вибраций, без дискомфорта при перемещении, который мы испытываем при поездке на железнодорожном составе, когда возникает эффект рельсы, шпалы, шпалы, рельсы. И это будет абсолютно комфортное перемещение по гладкой поверхности, идеально ровной поверхности, без сварных швов, стыков, соединений. Чего не скажешь о современном железнодорожном, например, транспорте. И естественно, то, что значительная площадь экономится, то есть представьте, либо автомагистраль, автобан, и в принципе автомобиль, если одна полоса, он движется по одной траектории, то есть фактически то, что между автомобилем по логике нужно было убрать. И в этой логике развивается как раз таки концепция струнного транспорта. То есть он перемещается по двум рельсам, либо если это подвесной транспорт, то, соответственно, по одному рельсу также в подвесном типе он может перемещаться. И, дамы и господа, это действительно инновация. Все это уже строится. Мои слова не имели бы никакой основы и никакого бы смысла, если бы уже это не развивалось. Я приведу несколько примеров, то, что было еще в марте. То есть вот воздвигался струнный забор, струнное интеллектуальное ограждение, которое, кстати, также имеет свой рынок. То есть это пограничные пункты, это аэропорты, это различные закрытые объекты. И, собственно, можно при желании огородить даже дачу, если на то будет желание, и может быть как высокозащищенный охранный модуль и комплекс с перемещающимся маленьким юнибусом, то есть это именно вот подвижный модуль, охранный, и может также быть дано напряжение на струны, если на то есть потребность. И посмотрите, насколько быстро идет строительство. То есть фактически строительство за полгода преобразилось, и мы действительно видим уже вырисовывающееся и уже фактически подходит к концу строительство станции, совмещенной с транспортно-логистическим узлом. И, соответственно, это также является анкерной опорой. То есть на станцию приходится вся нагрузка от будущего струнного рельса. Естественно, как бы распределяется нагрузка на промежуточные опоры, которые вы видите. 18 промежуточных опор установлено, крайняя изготовлена из стали, то есть она имеет не железобетонную конструкцию. И это неспроста, чтобы продемонстрировать, что в зависимости от требований, от пожеланий, от типа рельефа, местности, соответственно, будет совершенно иной материал промежуточных опор. И я всегда сейчас решил приводить сравнение с тем, что было, и, соответственно, показывать именно темпы строительства. То есть вот станция опоры, то, что уже мы увидели на экофестивале и, соответственно, на экотехнопарке. Я сам не был с октября, и действительно местность преобразилась, то есть выросли достаточно серьезные сооружения, появились опоры. Раньше их не видел, я их первый раз увидел вживую 23-24 апреля, как и более 1000 людей, которые посетили экофестиваль и экотехнопарк. Вы видите струнное интеллектуальное ограждение, и фактически вот это еще мартовская фотография. И, дамы и господа, вот то, что было в марте, и то, что уже мы видим в апреле, это говорит о том, что инвестиции действительно расходуются по назначению. И, соответственно, более того, сейчас параллельно будет запущен процесс строительства, и в рекордно быстрые сроки обещают построить легкую прогулочную спортивную экскурсионную трассу, которая будет находиться по другую сторону. Также будет уже заканчиваться строительство самой станции, и начато и закончено строительство второй анкерной опоры, куда вот эти вот опоры, соответственно, будут приходить, и далее территория будет продлена на 15 километров для испытания уже высокоскоростного подвижного состава. И, дамы и господа, поэтому огромное количество людей поддерживает проект, потому что видна цель реализации, виден конкретный вектор развития, конкретные ключевые показатели, которые выполняются. Даже аудит был проведен недавно у ЗАО «Струнные технологии», и, соответственно, это является железобетонным аргументом при оповещении новичка, что существует такой проект SkyWay, и что действительно можно сейчас обеспечить свое будущее уже сегодня в настоящем. И можем привести пример таких компаний-гигантов, как Apple, Google, Alibaba, Microsoft, Boeing, Coca-Cola и многие-многие другие. Но SkyWay, на наш взгляд, будет иметь более серьезный потенциал, потому что уже еще до демонстрации сертификации технология поддержана экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации 11 февраля 2016 года. Технология была признана инновационной. 25 марта технология была на одном из заседаний рабочей группы признана уже перспективной. Еще ранее независимые консалтинговые компании, специализирующиеся на серьезных инфраструктурных проектах как государственного масштаба, так и локального масштаба, австралийская компания MBM признала, опять же, технологию SkyWay абсолютно эффективной. И ранее также соучредитель, президент Международной ассоциации Академии теории решения изобретательских задач Михаил Орлов также признал технологию эффективной. И количество людей постепенно и постоянно растет в геометрической прогрессии. Даже слово «постепенно» здесь не подходит, потому что все действительно не развивается, а летит. абсолютно так же, как полетит юнилет по струнам, абсолютно так же, как будет, соответственно, стремительно и быстро развиваться сеть Transnet по всему миру. Мы позиционируем как именно ученики школы Юницкого, что это будет происходить быстрее, чем создавался и строился интернет. И если кому-то кажется сложным, допустим, или наоборот простым создание сети Transnet, то можем сказать, что интернет как раз-таки является одновременно и сложным изобретением, и простым. Почему простым? Потому что фактически это соединение посредством оптоволокна, посредством Wi-Fi, либо посредством передачи цифрового сигнала через кабель. Еще модемное было соединение, можем вспомнить. И, соответственно, это действительно просто связка между компьютерами. Это когда-то должно произойти, и сейчас настал момент, дамы и господа, чтобы обеспечить связку между континентами, между странами, между городами, между селами, между деревнями и создать единую мировую транспортную, энергетическую, коммуникационную, информационную и даже социальную сеть, которая позволит увеличить мировой ВВП, преодолеть надвигающийся достаточно серьезный мировой кризис и, соответственно, осчастливить тех людей, которые инвестируют на ранних стадиях. Раннюю стадию мы позиционируем, что это продлится примерно до конца 2016 года, может быть, распространится на 2017 год, а может быть, дамы и господа, как раз-таки серьезные события произойдут уже на выставке в Берлине, которая пройдет в сентябре, и на крупнейшей транспортной выставке будет представлена технология SkyWay на стенде более 50 квадратных метров, и это приглашение было именно получено. Оно не было как-то проработано, просто пригласили инженера, разработчика, генерального директора, генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. Я думаю, что после этого события мы увидим и услышим очень много новостей, и уже на демонстрации технологии, которая ориентировочно пройдет в октябре, будет присутствовать достаточное количество мировой элиты, различных государственных деятелей, которые уже намереваются при проработке адресных проектов непосредственно инвест-проводящей системы посетить Экотехнопарк, чтобы увидеть воочию демонстрацию и сертификацию. Ну, а я сейчас хотел бы передать слово тому человеку, который именно переломил ход истории развития Skyway, убедив Александра Ивановича Лебедя в финансировании технологии, и того человека, который был в прошлом достаточно серьезным и в первую очередь честным чиновником и сохранил многие связи. Сейчас эти связи идут на благо развития проекта Skyway. Ну а, собственно, об адресных проектах, о том, что развивается в этой сфере и что такое технологические уклады, что такое экономическое концепция именно по логике Skyway, расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков. Сергей Анатольевич, вам слово. Я сразу приношу сегодня свои извинения за нашего младшего брата, за интернет. Мы сегодня дневной вебинар вообще с Алексеем еле провели. Вот, он выбрасывал всех из комнаты, потом постоянно то звук пропадал, то изображение. Но, друзья, техника всегда дает сбой. Это надо понимать, что без сбойной или без такой конфликтной техники не бывает никогда. Рано или поздно, с какой-то долей вероятностью, она всегда есть. То есть есть доля сбоев и в авиации, то есть там всегда закладывается в теории надежности, то есть там просчитывается в автомобиле и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, давайте относиться снисходительно к нашему младшему брату. Вот, я тоже пошел практически сразу в начале вебинара, потом меня выбросило из комнаты, и я вот только 5 минут назад смог, наверное, с 20-й попытки зайти в вебинар. То есть, ну, опять же, друзья, давайте к этому относиться с пониманием, потому что система только развивающаяся, тоже что сейчас подходить, что когда 200 человек из десятков стран, с разных континентов находятся одновременно в режиме видеоконференции, некоторое время назад это вообще представить было невозможно. Сейчас это уже реальность. Более того, мы сейчас еще и начинаем ворчать, что я сейчас еду в машине, у меня Viber не везде работает, WhatsApp пропадает, Skype тоже не везде уверенно как бы берет, хотя по магистралям сейчас более-менее 4G уже поставили, но тем не менее есть. Вот, поэтому представляете, друзья, какое-то время назад вы разговаривая, допустим, один ваш партнер находится, допустим, в Израиле, второй в Челябинске, третий, ну, как вот недавно мы проводили в Майами, я еду по Москве подмосковным лесам, и при этом мы несколько сетуем на то, что связь подводит, а особенно видеоизображение. Вот. Поэтому, друзья, давайте к этому относиться так, с пониманием. Поэтому, да, проблемы есть технические, давайте обладать терпением, тем более, что система у нас отстроена доведение информации довольно-таки качественно и, соответственно, даже если вы не смогли посмотреть или вы что-то не успели, или был сбой в технике, всегда есть возможность в чатах, на наших ресурсах получить записи и, кого интересует, всегда смотреть, сделать. Поэтому здесь, друзья, без информации, без, скажем так, общения с SkyWay вы посредом не останетесь. Вот. Мы ввели сейчас такую форму, что, как вы уже, наверное, заметили, для новичков первый час выделяем, это в 12 часов утром для Сибири и Дальнего Востока и в 19 часов для европейской части. Потом мы переходим уже к 20-часовой, такой мы называем расширенной технико-экономический вебинар, для того, чтобы каждый раз вы были в курсе, делиться основными новостями, делиться основными концептами, основными соображениями, то, что сейчас происходит, и чтобы всегда быть в курсе последних новостей и последних направлений, которые идут в SkyWay. Для новичков, которые только зашли, для вас, конечно, сейчас очень много нового. Вот, причем этот вебинар, который мы сейчас проводим для новичков, он тоже имеет двоякую такую природу, что первое, это вот мы с Алексеем, Алексей вводную часть рассказывает о, собственно, рождении самого проекта, основных технических, насколько это можно в течение 5-10 минут рассказать основных технических характеристиках, общих конвен. Я в основном в такой завершающей части даю только основные понятия, с чем вы столкнулись, что вас ждет впереди, и, соответственно, чтобы вы принимали решение двигаться, не двигаться дальше в проекте. Естественно, друзья, что за там, 50, там, за час времени, что вы только соприкоснулись, невозможно оценить и прикоснуться сразу ко всей глубине и ко всей технической мощи проекта, потому что на его создание, на его логистику ушли десятилетия. Инженер Юницкий работает над этим уже более 40 лет. Соответственно, первые такие практические применения и испытания начались более 15 лет назад. И за это время проделана колоссальная работа. Сегодня вы присутствуете, вы включаетесь уже в завершающую стадию, когда подходит демонстрация, когда подходит уже практическое применение, уже возникают адресные проекты. И сейчас мы активно работаем над тем, чтобы уже создавать компании, которые применяют технологию, находим партнеров, которые уже сегодня востребованы с точки зрения применения SkyWay. И эта работа вся движется, и все это складывается сейчас, как мы называем, в новый технологический уклад, который зарождается и входит на наших глазах. И те, кто чуть постарше поколением, то есть 45, ну, даже 40 лет и старше, то есть когда вы услышали первый раз слово «компьютер», первый раз слово «интернет», потом на наших глазах все это пришло к тому, что мы сейчас имеем, когда жизнь без получения информации уже невозможно. И здесь, друзья, вы просто по завершению перезайдите или браузер поменяйте. Друзья, я сразу говорю, что интернет и Мирополис сегодня работает крайне отвратительно, поэтому относитесь к этому абсолютно с пониманием, абсолютно спокойно и как бы это. Все идет по плану, у нас во всяком случае пока все идет хорошо. Так вот, друзья, что основное сейчас, вот те основные два понятия, которые мы сейчас вводим и особенно для тех, кто доносит информацию новичков, работает уже с более-менее крупными инвесторами, которые задают вопрос и говорят, чем отличается ваш проект от всего остального. Обычно задают монорельс там, или на магнитном подвесе. Это то, что у людей на слуху. Сейчас Hyperloop стараниями Илона Маска входит так на уже в такое повседневное общение. А здесь, друзья, самое главное понимать, что последние 25 лет шло развитие пятого технологического уклада, ядром которого был интернет. Это все, что связано с получением, обработкой, передачей, использованием и хранением информации. И это век информации, который мы работали, и все микроустройства, которые построены на, соответственно, интегральных микросхемах, в основе которых лежит именно свойство кремния. Вот. Все это привело к тому, что мы сегодня живем в век технологической революции. А что такое, друзья, вообще сама эта технологическая революция? Как ее выразить одним словом, одним предложением, что произошло? И я всегда привожу такой пример, что я в середине 80-х, когда учился в техническом вузе, в авиационном вузе, первая моя курсовая работа была «Транспорт будущего». И я, чтобы получить эту информацию, вынужден или должен был пойти в библиотеку, найти подписные журналы, выбрать из них статьи, заказать. Потом они мне приходили, дальше я их конспектировал, дальше составлял. И вот в 1986 году первый вывод, который я сделал с курсовой работы, о том, что транспорт будущего, изучая, просматривая все, это будет там не самолет, не скоростной поезд, не магнитный подвес, а будет что-то новое. Естественно, ответа на тот момент я не знал, но это была очень интересная такая работа, и она зародила во мне очень большой такой интерес ко всем, все, что связано с транспортом будущего. И ответ я на этот вопрос получил только в 2000 году, 16 апреля, почему я очень хорошо знаю эту дату, запомнил, и все, кто был на Экофесте, тоже, наверное, теперь принимают и понимают какое-то участие, дать это день рождения инженера Юницкого, потому что в этот день мы с ним познакомились, он ко мне как чиновнику пришел, начал рассказывать о транспорте будущего, и, соответственно, мне хватило буквально 40 минут для того, чтобы понять той информации, которую не было, и у меня выложился весь ряд из того, что как дальше будет развиваться. Так вот, друзья, доведение информации, получение информации было ограничено. И интернет снял эти проблемы. То есть вы, не вставая со своего рабочего места, пользуясь интерфейсом, то есть гаджетом, то есть тем, что мы входим в сеть, это сегодня смартфон, это планшет, это ноутбук, это стационарный компьютер, то, с чем мы входим и получаем информацию, не выходя из дома. И сегодня объем информации настолько колоссальный, что мы таких цифр, допустим, просто самих нулей раньше просто не знали. Соответственно, сегодня каждые фактически сутки удваивается объем информации. То есть с учетом цифровых фотографий, цифровых видео, которые сегодня передаются, объем информации в интернете сегодня растет колоссальными темпами. Так вот, друзья, мы уже привыкли к этому времени, мы уже пользуемся и смотрим на это абсолютно спокойно. А на вопрос детей, там, скажем, папа, а какой у тебя был интернет в детстве, мы просто уже теряемся, что ответить, потому что казалось, что это было всегда. Так вот, интернет убрал границы между людьми, убрал границы по общению. Мы сегодня из любой точки мира в любую точку можем позвонить с использованием видеосигнала. И что самое, друзья, поразительное, бесплатно. То есть не платя колоссальных сумм. А вы помните, что такое было, допустим, в 1986 году позвонить в Америку или даже позвонить в Париж и, соответственно, несколько минут, а уж не говоря десятков минут, поговорить по международной связи. Вы вспомните, какие были за это счета, вспомните, какая это была возможность. И не у всех. Сегодня мы пользуемся этой информацией все, соответственно, это достояние фактически каждого, и сегодня любой школьник, и любой даже, как я говорю, студент детского сада, даже не старшей группы, может позволить себе общаться с одногруппником или заниматься английским языком с преподавателем там, из другой страны. Вот. Это сегодня реальность. Так вот, друзья, то, что мы сегодня создаем, и то, что вы должны сегодня понять для себя, что мы создаем следующую реальность. Это Transnet. То есть, когда вы можете перемещаться из любой точки в любую точку бесплатно. Мы сегодня на дневном вебинаре был вопрос с тем, что сколько будет стоить Владивосток-Москва, переезды говорили там, Алексей в разговоре сначала сказал 5000 рублей, потом что 1000 рублей. Вот. А я задаю вопрос, а вы можете себе представить систему, которая будет делать проезд из Владивостока в Москву первым классом самолета, то есть индивидуальным купе со скоростями, близкими сегодня к самолету, и при этом бесплатно? Конечно, это сегодня кажется нереальной фантастикой. Я сразу говорю, друзья, шаг назад, сколько лет назад вам Skype или там, не говоря уже GPS, все системы, это Viber, WhatsApp, которым мы сегодня уже не представляем нашу жизнь, Skype. Мы таких слов еще некоторое время назад не могли произносить, а сегодня это повседневная работа. Информацию, которую сегодня там, как можно разместить или купить билет на самолет, в театр, сходить с детьми в кино, забронировать гостиницу, причем в любой точке мира, забронировать все такси в любой точке мира. Сегодня, друзья, это уже не вызывает ни у кого никаких вопросов, и это только вопрос времени, когда этим будет пользоваться 100%. А с учетом, что сегодня выпускается почти там 250 миллионов смартфонов в год, значит, соответственно, вот какое количество людей подключаются к, соответственно, пользователям интернета и пользователям такой активной именно фазе использования информации. То, что мы сегодня делаем, запускаем, это информационный век, сменяется веком действительно скоростей перемещения. И не просто скоростей перемещения, а именно комфорта перемещения. И так же, как мы стали получать возможность получить информацию, не вставая с своего рабочего места, точно так же в ближайшее время развития интернета мы получим возможность перемещаться из любой точки в любую точку, соответственно, с помощью вот именно системы Transnet. И всегда, заканчивая такую тему, я всегда говорю, друзья, если вы понимаете и осознаете, насколько радикально изменилась жизнь за последние 20 лет, вот вы должны сейчас принять и признать мысль, что в ближайшие 10-15 лет жизнь изменится еще более радикально. И если вы собираетесь эти 15 лет еще жить, и вам отведено это время, значит, вы все это увидите, вы всеми этим пользуетесь. А мы отстроили юридическую, финансовую, организационную систему, когда можно выступить и сформировать инвестиционные пакеты на любую сумму. Сюда заложены очень серьезные венчурные премии именно за тот риск для тех людей, которые на начальной стадии входили и входят сейчас в проект. Естественно, это проект сегодня высокорисковый, это высокотехнологичный, это острие научно-технического прогресса, и, соответственно, сегодня давать стопроцентную гарантию, что мы все, что сегодня мы декларируем или сделаем, получится, это, естественно, не может сказать никто. Но тот, кто с нами уже не один год, вы видели декларацию о том, что мы делали, что мы стараемся. Это всегда большая ответственность, когда мы говорили, что мы будем делать. Потому что всегда проще, друзья, сначала сделать, потом показать и под восторженные крики специалистов получать свои дивиденды. Мы, друзья, лишены такого права. Мы работаем с краудинвестингом, где мы отчитываемся перед людьми, перед партнерами, которые приходят. Поэтому мы показываем, что мы делаем, а зачастую даже намного больше, чем надо было для сокрытия интеллектуальной собственности. Но это тоже, друзья, на сегодняшний момент оправданный риск. Мы сегодня показываем, что мы будем делать и что мы будем через месяц, через два, через три. Еще раз повторюсь, друзья, это огромная ответственность, которая лежит на Юницком, как на инженере, на всем коллективе, кто организует, директоров, которые работают в этом процессе, на всех партнерах, которые, на плечах которых сегодня лежит финансирование. Это, друзья, большая ответственность. Но тот, кто за нами следит, тот, кто видит, что мы делаем, друзья, нам есть что показать и сказать, что за 2,5 года, которые прошли с запуска именно нового этапа, краудинвестингового этапа, сделано и подготовлено все для того, чтобы перейти в новый этап. И здесь, друзья, как раз, чтобы вы понимали, мы должны пройти 3 этапа, ключевых этапа, которые сегодня не те этапы, которые расписаны в инвестиционном меморандуме. Это, друзья, для инвесторов, которые сравнивают и смотрят за тем, что инвестируется и какие результаты сегодня есть. А именно этапы понимания. Так вот, друзья, когда сталкиваются и все смотрят в проект, то первое, что все говорят, не может быть. Соответственно, второй этап, к которому мы сегодня подошли, и вся доказательная база, которая есть, это в том, что «а если это правда?». И следующий этап, друзья, который произойдет, я уверен, еще в этом году, когда из этого «а если это правда» исчезнет слово «если». Мы его очень не любим, но, к сожалению, на сегодня без него не обойтись. Поэтому сегодня мы при доказательной базе показываем, друзья, представьте, что это правда, и тогда очень многие вещи, которые мы говорим, сегодня становятся понятны. Сейчас, по мере того, как идет строительство, испытания, продувки в аэродинамических трубах, испытания узлов и агрегатов, слово «если» все сокращается, сокращается и сокращается, и наступит тот момент, когда это будет просто правдой. И, друзья, для нас это будет очень хорошее вознаграждение за то, кто поверил в проект, вошел в проект, нашел в себе силы самому участвовать как инвестору, привлекать новых людей. И, соответственно, друзья, в этом и заключается наша работа. Ну вот, друзья, на этом я делаю небольшой перерыв. Это у нас традиционно. В нем мы обычно показываем последние репортажи и соображения с Марьиной горки, либо с конструкторского бюро. А буквально через 5-10 минут мы с вами продолжим эту работу. У нас есть сегодня очень интересные темы, которые бы я хотел вам показать. Алексей Сходоев, как всегда, покажет свой взгляд на очень многие вопросы. Поэтому мы еще продолжим работу. И я думаю, что это будет очень плодотворный вечер на благо нашего общего дела SkyWay. Итак, друзья, небольшой перерыв. Я прощаюсь только с тем, кто определился, что дальше он продолжать участие в проекте не будет и на какое-то время от нас уйдет. Потому что, почему я говорю на какое-то время? Потому что через буквально 5 лет все будут знать и все будут пользоваться SkyWay, так же, как сегодня мобильной связью и мобильным интернетом. Так что, друзья, после небольшого перерыва . 23 апреля сего года в Экотехнопарке состоялось интерактивное шоу-презентация одного из самых масштабных экобизнес-проектов 21 века – Экофест SkyWay. Праздник, прошедший под девизом «Остановить разрушение биосферы – дело техники», собрал сотни гостей, инвесторов проекта SkyWay из 40 стран мира и на целый день сделал строящийся центр демонстрации и сертификации струнных технологий средоточием добрых слов и благородных дел. В 10 часов в экотехнопарке SkyWay открылась регистрация, давшая начало фестивалю. После ее прохождения желающие смогли приобрести информационные материалы о технологии SkyWay и ее авторе, сделать фотографии на память, предусмотренных для этого фотозонах, принять участие в создании картины будущего SkyWay, мастер-классе по игре на барабанах и других развлекательных мероприятиях, недостатков которых не было. Отдельной частью программы Экофеста была акция «Посади дерево», в рамках которой участниками мероприятия был разбит целый сад общей площадью около 1,5 гектаров. Однако бесспорно главным поводом посетить фестиваль была возможность в праздничной и дружественной атмосфере собственными глазами увидеть, как продвигается строительство экотехнопарка SkyWay, центра практической реализации инноваций SkyWay, их международной сертификации и экспертизы. Ровно в полдень началось торжественное мероприятие по закладке капсулы времени, содержащей послание потомкам, живущим в эпоху, когда струнный транспорт SkyWay станет частью повседневной реальности. После зачитывания текста послания оно было подписано человеком, без которого не было бы ни технологии, ни перспектив ее развития, ни самого праздника, генеральным конструктором, генеральным директором ЗАО «Струнные технологии» Анатолием Эдуардовичем Юницким. Затем капсула была заложена в специальное углубление, и на месте закладки был установлен памятный знак, ставший еще одной достопримечательностью экотехнопарка. После обеда, приготовленного из экологически чистых продуктов, показавшегося особенно вкусным на свежем воздухе и сопровождавшегося неформальным дружественным общением, в час дня участники форума были приглашены занять свои места в шатре, где началась официальная часть мероприятия. Первое слово было предоставлено генеральному конструктору, генеральному директору закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолию Юницкому, который решил сделать это в форме видеообращения, а на все возникшие вопросы ответить в конце конференции. Помимо него слово взяли живой классик белорусской литературы Анатоль Боровский, автор биографической книги Юницкого «Небесные дороги», исполнительный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Владимир Петрович Нестюк, вручивший руководителю ЗАО «Струнные технологии» свидетельство о членстве в этой уважаемой организации, насчитывающей 65 организаций-участников из разных стран, и другие ораторы. В выступлениях всех участников конференции особенное место уделялось экологической составляющей струнных технологий. Приведем некоторые выдержки из них. Если мы не будем опережать время, время нас просто задавит. Поэтому я очень рад сегодня встретиться со всеми вами и, конечно же, увидеть уважаемого Анатолия Эдуардовича, ну и пожелать, чтобы ряды наши расширялись, чтобы все больше людей включалось в эту важную инициативу. И пожелать, чтобы у нас с вами хватило терпения, мужества и уверенности в том, что мы делаем благое дело. Спасибо. Спасибо, что вы взяли в руки будущее нашей планеты. Среди вопросов, заданных участниками форума Анатолию Юницкому, особенное оживление у публики вызвали вопросы о сроках и специфике процедуры сертификации струнного транспорта. Сертификация, на самом деле, слово там не должно никого пугать, это достаточно простая вещь. Это значит, надо соответствовать неким требованиям. В данном случае то, что мы делаем, оно состоит из трех составляющих. Есть подвижной состав, транспортное средство, да? Есть эстакада, это дорога, есть инфраструктура, станция, вокзалы, терминалы. Строительные объекты не сертифицируются, ни генмост не сертифицируется, ни одно здание не сертифицируется. Там проходит экспертиза и сдается в эксплуатацию, подписав акты ввода, когда эксперт убедился, что все нормально. Так? Там только надо использовать сертифицированные материалы, допустим, арматура, естественно, у вас она сертифицирована. Бетон, естественно, тоже сертифицирован. То есть элементы должны быть сертифицированы, мы их используем. По действующим нормативам, они международные, мы делаем для всего мира, не для Беларуси. Подвижной состав не всегда нужно сертифицировать, можно объявить о том, что оно соответствует требованиям, и этого достаточно.